так у нас, я скоро переезжаю, поэтому все собираю, мои предыдущие вещи. Все это косметика, Кёнхи. Еще нашла очень приятная картинка. Это все моя одежда. Пока-пока! Еще второй раз. Да, третий раз. Пока. Тоже моя одежда. Такой бардак. Красивая квартира была вроде. Чонгсасео. А то смотрите, это все мои обувь. Там гриль для шашлыка. Сидела тут как кафе, чтобы мои подписчики тоже приехали. Но самое главное это вид из Юла центра. Очень долго искала квартиру. Вот сегодня покажу. Наконец. Как выглядит квартира кореянки? Поехали. Пусть сначала это лампочка. Я очень люблю обувь. Это место для обуви. Смешиванная юн обувь и моя обувь. И это не конец. Тут тоже есть. Вот это тапочки. Я одеваюсь. Вот, поднимаемся. Вначале сразу видно, что это квартира у Кёнхи. Это рисунки от подписчиков. Вот. И вид такой. Сейчас я не включила свет, но вечером тоже очень красиво. Свет открыть. А, это сушильная машина. Это не стиральная машина. И... Это все мои косметики. Вот видите, 1, 2, 3, 4, 5 коробки. Вот теперь начинаем тур квартиры Кёнхи. Я очень сильно старалась, чтобы убрать все вещи. Это туалет, и это я тоже купила. Просто сушилка, полотенце и все. Положила тут крем для рук, тих гель для рук. Вот это. Я фильтр выставила. Да, вода пахнет как персиком. Очень простые штуки. Мой туалет намного красивее. Это комната для моей съемки. Чадан! Все, это я рисовала, как вы помните. И все, рампочки для съемки. И там рядит чебурашки. Вы как хорошо спали. Мои любимые. Если вы бьете ему, я это вечером выставлю. Вот это компьютер. Юн больше всего тут работает. Кондиционер тоже есть. Ча-ча! Это гостиная. Аня, Эджо. Привет, Эджо. Это пампас. Я тоже недавно купила. И это вечером, чтобы я могла читать книгу. Вот так. А феврик купила сама. Мне нравится эта квартира, потому что солнце хорошо попадет в квартиру. Тин, BTS, и я это сама сделала. Картинки, зеркало, привет. Тут есть очень много скрытые штуки. Одежда. Вот еще одежда. Но очень удобно, потому что вот так можно делать и скрывать. Я очень обожаю такие лоши штуки. Все лоши. И тут тоже лаш. Это мои линзы. Тоже шарики. Еще маски. Я каждый день делаю другие маски. Разные. Светочки. Полотенце нужно. Это тоже ароматные масла. Я положила туда. Тут куклы такие. И это моя комната. Та-та-та-та. Это кровать. Все это мои шкафы. Одежда. Тут уже. Еще один шкаф. И тут тоже есть. В Корее появилась такая штука для сумки, поэтому я вот так вкладываю сумки мои. И это мой туалет. То же самое. Ну, такой, таким образом. Я тут вкладываю мои штуки для волос, для кожи, все. И это основа, на которую я использую. Я очень люблю крем Aesop. Я тоже вставила фильтр. У меня пахнет как лавендером. Это мои пижамы. Это тоже сумка. И тут шапки. Ай, это мои духи. Я обожаю духи. BTS духи. Сережки.
что. А вы удивляете, наверное. Это пачка для ноги. Когда я уставаю, вот так приклею и сплю. Вот, мои кошельки и так далее. И всю эту одежду. Половину покажу. Раз, два, три. Это спрей, который убивает бактерии. Я сама это сделала. Положила перекись и корицу. Оставляйте 2 дня и брызгайте. Все бактерии убивают. Это очень интересная штука. Я могла спать и смотреть фильмы. Вот так. И это электронное одеяло, поэтому зимой так тепло согреет. И это мои носки. Вот так скрывала. Сушилка и бигуди. Я... Мир косметики. Я их чистила, поэтому вот так сушу. И карандаши. Это мне Лена подарила мне. И очень нравится. И помады тут. И это тональный крем. Это глиттер. Ну, вы понимаете, да? Это двигается. Тут есть еще косметики. Я бьюти-блогер, ну, в каком плане. Поэтому мне очень много подарили. А вот тут тоже есть. Это и тут тоже. Я выбрала эту квартиру, потому что там есть крыша, и я могу жарить шашлыки, барбекю и так далее. Это столь. Вот так, вот так. Чего? Ты читаешь? Читаю, Хэти. Читаю. 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 Вот это вид. Это шторы, закрыть. И это моя гордость. Я купила из Америки. Мне очень нравится. Это еще подписчик мне подарил. Как это называется? Гдел. Мне нравится. И чай, который из России. И это чай из Кореи. Все. Это чай из персика. Но если вы пьете в холодной воде, вы будете ходить в туалет очень часто. И это опасно, если в холодной воде. Я очень люблю корейский традиционный чай. Ложка для чая. Это тоже. Ой, чашка милая, да? Вот. И это книги, которые я читаю. Это косметики, которые я очень часто пользуюсь. Тоже книга. И это парики, которые мне подарили. Часы и так далее. Это Юн и я. Это BTS. И когда Юн делал мне предложение. Это часы вообще нет звука. Поэтому не мешай, когда я сплю. Это мне очень нравится. Говорят, что это вызывает счастье. Звук классный. Привет, пылесос. Это для мусорные пакеты. Или просто бросим мусор в любом пакете, это нелегально. Поэтому я купила. Это магнитики, которые подписчики подарили. Наверное, вы надоели. Это для стиральной машины. Это когда я отправлю подписчикам подарки. Конфеты, мусорное ведро. И это моя крыша. Зубалка. Всякие разные лекарства. Да, таблетки для похудения тоже есть, чага тоже есть. Это стиральная машина. Я обожаю чай и кофе. Давайте уходим на улицу. Это вечером красивее, поэтому я еще вечером сниму. Вот, мне очень нравится эта крыша. И если вы видите такую рампочку, сейчас вообще не светит, но вечером из-за солнечной энергии он светит сам автоматически. Как кафе, да? О, нельзя, нельзя, нельзя. Это Юн пьет. И это бабочка. Это тоже солнечная энергия. Он сам двигается. И тут есть кресло. Летом я хочу читать книгу. Очень нравится. Вот шкаф. У меня очень много куртки, поэтому не могла все положить. И это гриль для шашлык. Вот это моя комната. Это пакет для посылки. Я хочу показать. Корейская традиционная обувь очень интересно выглядит. В буддийском храме это одевается. Это корейский стиль. Вечером еще раз покажу. Это вид из Сеула. Холодно. Матрешка! Я вернусь вечером. Пока-пока! Аня!
혼자만의 시간인데 일을 좀 보고 우리 경아가 갔다 오면 분명히 또 배가 고프다고 얘기할 거예요. 분명히 그래서 경아를 위해 요리를 좀 해놔야 될 것 같아. вот так я кушала острую лапшу и очень остро. Я сейчас переоденусь, мой макияж и вернусь. Чатан, это моя любимая пижама. И я умывала лицо, а ничего не намазывала, поэтому надо крем намазывать. Чуть подождите. Все, я готова вам показать продолжение. Это ночной вид из моей комнаты. Сейчас уже ночь. Вот так. И квартира, атмосфера такая. Ну, у меня дом холоднее, потому что сразу снаружи такие есть. Давайте включу свет и пойдемте на улицу. Ну, очень холодно будет. Я в пижамах. Ну, поехали. О, очень холодно. Да, ночной вид. Днем вообще это не светится, а вечером. Холодно, но я для вас включила. Это цвет. Каждый день, как торжество, я вот так устроила. Вот. Всем спокойно, пока. А, чё?